Здравствуйте, это телефон Huawei Y5. И сейчас я покажу, как на этом устройстве стереть данные сети. Итак, для начала переходим в настройки. Пролистываем вниз и выбираем пункт «Система». Отлично, здесь мы выбираем пункт «Сброс». И теперь нам осталось выбрать только второй средний пункт, это «Сброс настроек сети». Нам говорят, что же будет сброшено, это именно Wi-Fi, мобильная передача данных и Bluetooth. Мы смело сбрасываем. Это действие сбросит все настройки сети. Это действие необратимо. То есть сбросятся все пароли Wi-Fi, это предупреждение. Также сбросятся настройки мобильной сети. Ну, я не знаю, я никогда в этом еще не видел проблемы, но может быть для кого-то это будет существенно. И также подключенное устройство через Bluetooth будут также удалены с меню настроек, то есть их подключать придется заново. Итак, мы нажимаем «Сброс настроек сети» и ждем. Настройки сети сброшены. Отлично, если мы увидели это сообщение, это значит, что все прошло успешно. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите следующее видео.